Смоктинской приветствует вас, дорогие зрители! И все, кто родился и живет в самом древнем городе Ростовской области, кто приезжающий нам в гости и полюбил его провинциальную размеренность, сочность южных трасс, свидетелей Армении. Донецкая Народная Республика. Республика Беларусь, народный ансамбль танца «Узбойца», руководитель Наталья Савич. Народный вокальный ансамбль «Забава», руководитель Ольга Александрович. Донецкая Народная Республика, народный ансамбль песни и танца «Околица». Руководитель Елена Абрамян. Заслуженный деятель искусств Украины. Латвийская Республика, руководитель Юрис Паока, танцевальный коллектив «Бринзы», молодежный коллектив «Маре». Республика Северная.